Какое у нас сегодня число? 17. 17 что? Ноября. Кто? Декабря. Какого года? 16. Нет, что ты озвучиваешь? 2016. Хорошо. А что, говорить? Говори, говори, да. Ну, насчитано за месяц 2045. А где это написано? Вот. А это что такое вообще? Это платежка за что? За тепло. Ага, это за тепло. А субсидия 1900. Пильга ноль. Пильга это не, у меня этого нету. Вот это вот субсидия. 1955. Ну так это 100 гривен ты должна заплатить. Получить. А у меня была переплата. Она уменьшилась на 100 гривен. А что такое переплата? Где это ты переплатила 1500 гривен? В прошлом году. Так ты же говоришь, ты 2 года не платишь. Но переплата это то, что мне добавляют за то, субсидию, что я... Дали тебе. Типа, да, это субсидии. Слава. Ты можешь подтвердить свои слова, что ты 2 года не платишь вообще за трехкомнатную квартиру? Кому подтвердить? Мне. Ну как я могу подтвердить? Я не знаю. Вот платежка, пожалуйста. Платить, ты говоришь, ты это, говоришь, что видишь, ты, борга нет, ты, видишь, борга нет. Ты одна прописана в этой квартире, так? Да. Это трехкомнатная квартира? Да, да, вот видишь площадь 58-30. Ты одна в трехкомнатной квартире, это Харьковская область, да? Да. Украина. Ты одна в трехкомнатной квартире, пенсионерка, да? Что там да. еще было? Не работающая, правильно? Да. Какие-то да. льготы у тебя есть? Там, нету, то, нету никаких льгот. Дети войны, там еще нету, какая-то? Нету, нету. Ничего этого нету. У тебя просто из-за этого нету. Ты вообще не платишь ни копейки за тепло. Да? Ну, то есть ни за что. Ну, за электричество платишь? Нет. И за электричество не платишь? Нет. О, блин, хочу быть пенсионером в Украине. Ничего у тебя нет, ни ветеран войны, ни какой-то там... Ну нет, видишь, субсидия ноль. Боевых действий, ничего, да? Ой, субсидия, пильги ноль. Пильги ноль. И ты, тем не менее, не платишь нифига, да? Да. Ладно. Будем с тобой разбираться. А почему у меня теща... Которая дети войны платят там, ну, там 200 гривен за тепло. Не знаю. Пусть она узнает в своих. Это потрясающе совершенно. То есть у нее есть льгот, но она платит. А у тебя нет льгот, но ты не платишь. То есть ни за свет, ни за тепло, ни за какие там коммунальные эти самые, ничего ты не платишь. Да? И уже в течение 2 лет. Да, выключай.